Развитие агропромышленной отрасли и науки страны были сегодня также в центре внимания в Ахурде. Глава государства принял президента Национальной академии наук Ахылбека Курешпаева, который на днях вступил в должность. Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд задач, в их числе внедрение инноваций, имеющий научный и экономический эффект. Необходимо также ускорить процесс избрания новых членов Национальной академии наук и шире вовлекать талантливых молодых ученых и новых специалистов в деятельность академии.